У нас во Франции есть друг, он тоже говорит: Марина, ты же блондинка. Да. Ну вот я только... Я почему, собственно, это допрос... Я не блондинка, я крашеная. Допрос пристрастия учинил тебе для того, чтобы перейти потом на Марину и выразить свои изумления тому, как вообще умна и она хорошо водит машину блондинка. Ломает стереотип. Не-не, я просто крашеная. Не